Хозяин дома? Марек, до тебя пришли. Что, хозяйка, гости не по душе. А такие яблоки зиму не пролежат. Одна беда не ходи, она и другую за собой води. День добрый. У бабы язык как бжитва. Як жондво, прошу пана, пані офіцере до хати, прошу, прошу. Евка, циц! Прошу, пані офіцере. Так значит, ты у нас поляк и знаешь русский, да? Може, на початку, пані офіцере, поїсть щось, а потім буде задавати вопроси. А це ще не вопроси, пан. А що то є? Любопытство. Вопросы начнутся, когда тебя ко мне приведут. Шепрашам, а зачем? Просто так. Поговорить. О том, кого угощаешь, кто у тебя бывает. Скоро немцы погоним, масса вопросов возникнет. О, картошечка у тебя замечательная. С колбаской, прямо как у моей тещи. А вы вообразьте, же я ваша теща. Угощайтесь, прошу. Что ты? Ну что, может и правда угоститься, а? О, пане офицере, прошу. Прошу. Ну, так что? Кто к тебе из наших заглядывает? Ведь заглядывают. А отец? Было. А есть в тем что-то плохого? Ну, что хорошего, что плохого, мы сами разберемся. Ну? Кто? Фамилии, имена, номер части. А зачем мне это знать? Много знаешь, много плачешь, так? Пришли, поедли и пошли, так? А я живый и здоровый. Ну, теперь будешь знать. Будешь, курва, у всех про все расспрашивать и мне передавать. Кто, когда, о чем беседовали, за угощением. Понял, нет? Иначе сам знаешь, что с тобой будет. Куда путь держим? Отвозили пленного в штаб дивизии. Держим путь в хозяйство майора Иноземцева. А в чем дело? Усиленная проверка. Проникла диверсионная группа. Охотится на высший комсостав. Одеты в нашу форму. Действуют с особой дерзостью. А это что у вас? Это подарок моей невесте. Ожерелье. Ой. У нас скоро свадьба. Поздравления вам и вашей невесте. Как решились в такое время? Да я не знаю. Красавица. Ценная девка. Может, у вас там еще такие найдутся? Нам бы тоже не мешало поджениться. Что вы себе позволяете, сержант? Молчать! Извините, тяжелая контузия. Мы можем следовать дальше? Не торопись. Нам тоже к иноземцу.
Ничего подозрительного по дороге не заметили? Нет, ничего. Пока не встретил вас. Да потому что в очках, потому, сука, ничего не замечаешь! Сидеть! Ты что, гад, потерпеть не мог? Быстро всех в кузов! Вперед! Веселей, если жить хочешь. Давай, пошел! Пошел! Наземцева подбросьте. Сегодня все туда едут, как сговорились. А вы вначале документики предъявите, лейтенант. Это можно. Документы, лейтенант. Сейчас, сейчас, секундочку. Документы, лейтенант! Стоять! Где я? Кто здесь? Я ничего не вижу! Давай, смотри, Литказа! Ты посмотри, какого разбитка! Пойдем посмотрим. А вот немцы уже закончились, одни козы остались. А это не коза, это козел без роги. Вот дурачок. Помогли б лучше. Для вас же стараюсь. А ты ее по-хорошему попроси. Бита, бита. Она ж по-нашему не понимает. Ничего. Коза. Горелов, привет. А можно ее погладить? Можно, можно. Точно. А, кстати, это ж мне военврач сказал. Прямо-таки просил. Молока бы козьего надо для раненых, чтоб побыстрее на поправку шли. Кстати, вам тоже не помешает. Для маленького. А? Ну. Хорошая коза. Как зовут? Савраска, наверное. Или белка. В следующий раз подружку привези. Удовольствие. Ну вот и приехали. Потерпи, парень, потерпи. Ну, давай, потихонечку. Я сам. Костя. Лида. Костя! Аккуратней там. Костя, Лида, я тебе подарок. Я здесь, слышишь? Видишь, да, как давай. Получилось. Все хорошо. Аккуратней принимай. Лида. Я здесь. Осторожно. Лида. Санбат его. Лида. Пятеро со мной. Открывай борт. И вы в санбат давайте. Зачем? У вас кровь. Да это не моя кровь. А черт, все-таки зацепили. Зацепила. Снимайте гимнастерку. Да ладно, да сразу снимайте гимнастерку. Снимайте гимнастерку. Без разговоров. Я сама. Гимнастерку, товарищ лейтенант. Я постираю. Свою я стираю сам. Я прошу вас. Я постираю. Узнай, что там случилось. Есть. Командование считает участок вашего полка наиболее подходящим для главного удара. Для наступления уже все готово. Это не обсуждается. Или есть несогласные,
Вон иноземцев не согласен. Как всегда. Слушаем вас, майор. Я не то чтобы не согласен. Просто есть кое-какие сомнения. Поясните. Наверняка противник считает точно так же. Наиболее подходящий участок. И потому знает о сосредоточении танковых соединений на данном направлении. Может, знает. А может, и не знает. Кто его знает? Опять из области догадок, иноземцев. Скажи уж, ответственности боишься? Я боюсь провала операции. А нашего русского авось да небось, боюсь больше всего. Вы так уверены? Значит, у вас есть подтверждение вашим опасениям? Пока только косвенные. По данным разведки, выходит, что противник выставил на танкоопасном направлении подразделение власовцев и новобранцев. А полоса предстоящего наступления сплошно шпигована противопехотными минами. Так вот, на месте противника я заманил бы наши танковые соединения вглубь обороны, а там бы их уничтожил. Много слов, майор. Доводы не слышу. Доводы, товарищ полковник. Хорошо. Во-первых, эти противопехотные мины играют двойную роль. Должны ввести нас в заблуждение, что отчасти уже удалось. Мол, они здесь не ожидают танкового удара. Ну и к тому же минные поля отсекают пехоту от танков. То есть, согласно их плану, наши танки идут дальше. Ну и к чему держать необученное пополнение на направлении главного удара? А ты сам-то как думаешь? Причина одна. Хотят заставить нас вклиниться поглубже в оборону и ударить с фланга. Тебе, Сергей, в немецком генштабе работать. Наступление вот-вот начнется. А у тебя все какие-то предположения. Что у нас на флангах? Слева болото, а вот справа высота 89. Ну, так себе высота. Характер ее обороны пока неизвестен. А вы языка брать не пробовали? Пробовали, пока безуспешно. Действия разведки затруднены тем, что на нашем участке работает опытный немецкий снайпер. По данным разведки, настоящий ас. Черт знает что. Какие-то асы. Какие-то снайперы. Гадание на кофейной гуще. Мне нужны достоверные данные. Срочно! Майор Солубеков, на штабу! Разрешите доложить, товарищ полковник? Докладывайте. Ну что там говори? Переодетые диверсанты под видом армейского патруля захватили штабную машину, в которой лейтенант Горелов возвращался в полк. Собирались прорваться в расположение нашего штаба, но были уничтожены лейтенантом Малютиным, направленным к нам для дальнейшего прохождения службы. В одиночку? Так точно. Сам он получил легкое ранение. А Костя? Костя живой? Тяжело ранен, в оба глаза. Сейчас отправлен в санбат, товарищ майор. Они Костю прикладом по очкам, а мне дуло под ребра. Ну как я их после этого к иноземцу не повезу? Ой, мужики, до сих пор душа в пятках. Что стоите молчите? У человека горе, его пожалеть надо. Товарищ капитан, это как бы военная хитрость. Я потом хотел, я бы хотел. Геройски обезвредил. Честное слово. Просто лейтенант, он тоже молодец. Но если б не лейтенант, я бы потом... Штаны сменил? Зачем? Ты даже не обделался? Так ты у нас вообще герой. Тебе даже, может, медаль дадут? Ну, идем. Куда? За медалью. Куда его? Какие есть варианты, товарищ майор? У меня три. Отпуск оформлять, на склад тушенку жрать или расстрелять к чертовой матери. Вы бы какой выбрали? А может, отпустить его? Он же сам не диверсант. Он вез их сюда, потому что страшно стало, а вдруг убили. А парень-то по натуре хороший, добрый, честный. Родину любит. Любишь родину? Молодец. Ну что, отпускаем? Пшел. Thank you.
думаю, сойдет. Вроде все при нем. Вагоны, документы, ордена. Вы ж не утопите его. Староват. Скажут. Наш предел какой? Груз дал, груз принял. Так нет. Да, так, не так. Перетакивать не будем. Снайпера тут опять, не иначе. Он! Своих бьет, сволочь! Его же обе шлепнуло! Значит, не того шлепнуло. А наш вот он, объявился. Опять снайпер. Почти довели. Почти не считается. Ну, не довели. Орлы! Ядрёна матрёна. Разрешите? Здравия желаю, товарищ майор. Прибыл в ваше распоряжение. Вовремя. Начальник штаба майор Самсонов. Лейтенант Малютин. Здравия желаю. Ну и везет тебе на приключения, лейтенант. Как царапина. Прости. Да свадьба заживет. Нет, сыт я по горло этими свадьбами. Малютин, мне язык нужен, понимаешь? Позарез как нужен. Ребята взяли, да снайпер выбил. Понимаешь, нужен кадровый офицер. Ну, все понятно, товарищ майор. Ага. Орлов, видал когда-нибудь? Птичек, что ли? Нет, не приходилось. Да не птичек. Пошли знакомиться. А что за лейтенант? Лейтенант как лейтенант. А я, между прочим, вашего нового командира, можно сказать, от смерти спас. Да точно говорю, мы с ним вдвоем подвиг совершали. Верно, товарищ старшина? А чего вдвоем? Один, что ли, не справился бы? Да я бы справился. Лейтенант же все-таки. Не мог же я его одного оставить. Идут. Взвод, встать! Смирно! Лейтенант Малютин, ваш новый командир. Рядовой Малахов, бывший ЗК. Ну вот. Старшина Бессонов. Бывший колхозный бригадир. В поле за ним не угонишься.
Сержант Михаил Лопатин. Сибиряк, охотник. Голыми руками медведя душит. 2 года в разведке. Сержант Каморин. Воюет еще с финской. На его счету 9 языков. Молодцы. Орлы! А вторую неделю языка взять не можем. Как собираетесь действовать, лейтенант? Ну, у вас в полку немецкая форма найдется? У меня мать до войны немецкий язык преподавала в школе. Так вот, дома только на немецком разговаривали. Ты что думаешь, фрица обмануть можно? Ну, пару фраз мне идеально удается. Например? Ich bitte um Entschuldigung, Herr Oberst. Es wird nicht mehr passieren, Herr Oberst. Ух ты! Чё ты сказал? Виноват, господин полковник. Это больше не повторится, господин полковник. Рисковый ты парень, лейтенант. Ну что скажешь, Нефёдов? Немецкую форму отыщем? У хорошего зампотула все отыщется. Только одну офицерскую. Тебе какую? Капитанскую, майорскую? Молот он для майора. Давай капитанскую. Угу. Есть. Ну-ка. 45? 46. Угу. Через 10 минут будет. Ну что, братцы, на вас вся надежда. Не подведите, а? Откуда же он взялся? Да вон, Прохор, по животной части. Ай, молодец! Надо бы тебя к поварам поближе. Ну, чему и маленько. Кто здесь? Я, Ольга. Где вы? Вы же разведчик? Меня зовут Алексей. Алексей Малютин. Мы знакомы. Разве? Думала, у вас останется в памяти. У меня осталось в памяти наше знакомство. Да. Мы с вами ночь вместе провели, лейтенант. Полуторку помните? Ах да, конечно. Катю давно знаете? Катю? Девушка вам гимнастерки стирает, а вы даже не знаете, как ее зовут. Да. Теперь буду знать, что она Катя. Понятно. Так мы с ней просто поговорили. Что вы оправдываетесь? Я же вам не жена. А я и не оправдываюсь. Вы... У вас ко мне какое-то дело. Когда пойдете за языком, думайте о солнце. Возможно, это поможет вам сохранить жизнь. Вам не кажется, у нас какой-то странный разговор получается? Не кажется. Здесь работает снайпер. Очень опасный. Ас. Да. Таких просто так на передовую не посылают. Значит, у него есть какая-то особая цель. Какая? Пока не знаю. Разрешите, товарищ лейтенант? Конечно, конечно. Входите, товарищ старшина. Вот. Форму вражескую принес. А. Все. Знаки отличия, ордена. Все чин-чином. Размер-то мой. Сам по тылу подбирал. Да ваш, ваш. Ну, хоть у немцев до капитана дослужился. Thank you.
Испугалась? Испугалась. Направление выстрела определяешь. Слушай, а снайперы все такие молчаливые? Говорливые долго не живут. Ага, здесь тоже кого-то убили, да? Никодимова. Снайпера, который до меня здесь работал. Покойников боюсь. Слушай, а мне бы такая жена молчаливая подошла бы. К примеру, загуляешь где-нибудь, утром приходишь и начинаешь ей заливать. Она бедная молчит и смотрит в прицел винтовки. Беги за лейтенантом Малютиным. Быстро! Есть. Дреть немец, да? Так может его за ноги и отволочь в камыши? Я за одну ногу, Прохор за другую. Пространство у реки простреливается. 60-70 метров ни я, ни он не достанем. Риск, наверное, есть, но надо что-то делать, товарищ лейтенант. Сколько он там будет задницу полоскать? Да. Оля, минуты 2 или 3 мы будем абсолютно открыты. В районе оврага. Я прикрою. Виноват, господин полковник. Это больше не повторится, господин полковник. Идиоты, вы знаете? Кто вы такие?
war's, Günther. Все, Гюнтер. Wir sind tot. Нас убили. Jedenfalls du. Во всяком случае, тебя. Вас можно поздравить с удачной охотой. Вас тоже. Оля, мы живые, и фашист живой. А лихо ты его, а, с одного выстрела? Вот теперь можно и особиски покурить. Третий не прикуривает. Ну, огонек-то я найду. Опа! А почему, Оль? Наш-то, а? Огонек. Первого замечают, на втором прицеливаются. Третьего стреляют. Ну, теперь все стало на свои места. Значение высоты прояснилось. Со слов языка, на ней сосредоточены значительные силы для удара с фланга. Молодцы, разведчики, справились. Ха. Что ты за человек, иноземцев? А что я, товарищ полковник? Всегда прав. Ну, товарищ полковник, отличились разведчики лейтенанта Малютина, и сержант Позднеева проявил себя с лучшей стороны. Немецкий снайпер уничтожен. Ну ладно, ладно, не зазнавайтесь. Выезжаю к тебе на рекогносцировку, все. Угу. Сергуня! Да не здесь ты скорее! Сергунь, ты где? Подвинься, ну. Ну, иду, иду. Товарищ капитан, Горелов недавно к вам поступил. Кем приходитесь? Я его невеста. Оба глаза повреждены осколками от очков. Боюсь, что он навсегда потеряет зрение. Я должна его увидеть. Он просил никого к нему не впускать. Это почему же? Не надо пока к нему, пусть успокоится. Да и вам тоже волноваться вредно. Волноваться? Да что вы вообще о нас знаете? Да как вы можете не пускать меня к моему жениху? Костя, я здесь! Что вы себе позволяете, товарищ сержант? Товарищ капитан, простите нас. Ну, помогите, пожалуйста, я вас очень прошу. Вы тут еще станцуйте или спойте! Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на... Осторожней, Вася. Ты потерпи. Хорошо, хорошо. Ты еще после войны танцевать будешь. Ребята, заносите аккуратнее. Зачем она туда пошла? А куда же еще? Не понимаешь. Что будет потом, после войны? Сейчас все герои, а потом... Потом? Не знаю. Что будет потом? Жизнь. Жизнь будет. Да, правда. Об этом я и не подумала. И слепой муж будет, с которым до конца дней сидеть. И не бросишь ты его из жалости, потому что надо ли сразу или... Или что? Вот что я с этим пентюхом, Григорием Михайловичем, молодая, красивая, ну скажи. Да потому что жалко. Вот сразу не бросила, а теперь жалко. Не любишь ты его совсем? Да это все в книжках. Я на эту любовь насмотрелась. Thank you.
Разрешите, товарищ старшина. Опять сачкуешь? Слушай, дай портянки перемотать, а? Ну-ка повтори первую заповедь. Больше пота, меньше крови. Угу. Только вот по поводу крови, ко мне это не относится. Ну ты ж у нас заговоренный. И кто ж тебя заговаривал? А цыганка одна, в детстве. Я до детдома в таборе. Ну, их пацанята измывались надо мной. Она пожалела и заговорила. А в прошлый раз сказал, что люди в лагере? Да нет, люди это потом подтвердили. Да слушайте вы этого балабола. Балабол, балабол. А в карты с ним не садись. А это верно. Вообще, ребята, фарт во всем. Поняли? Ты что, проверял, что ли? Да было дело. 2 года назад побег кореши устраивали. В мае, да, по-моему. Ну вот, думаю, что компанию не поддержать. Лёшка-то отказался, а я вот согласился. Ну вот, вертухай пальбу устроили. Я смотрю, пули мимо меня. А пацаны, значит, кто со мной бежал? Кого сразу повалило, кого зацепило? Ну, думаю, все пронесло. Собаки твари догнали. Как напрыгнули, всю задницу подрали. Я сейчас тебе покажу. Да не надо, не надо. Не надо? Ну и где твой фарт, однако? Да нет, ну по поводу собак, зверей там всяких, крокодилов. Цыганка сразу сказала, мол, моя наука здесь бессильна. Интересно, а что ж было дальше? А чё? Срок добавили, чё? А так могли вообще шлёпнуть. О. Ну и когда ж это было? Ну, считай, 42 май. Вы как раз тогда до Сталинграда драпали, во. Стёп, ты чего? Забыли. Под Барвенково круговую держали. На каждого по одной обойме было. На таких урок патроны тратили. Тихо, тихо, тихо. Взвод, встать! Смирно! Товарищ полковник, личный состав отдельной разведроты проводит подготовку позиций. Старшина роты Бессонов. Активная подготовка. Молодежь воспитываем. Минуту, товарищи офицеры. В целях безопасности рекомендую поменять офицерские фуражки на каски. Разрешите обратиться, товарищ полковник. Шух не глядя, фуражку на каску идет? Неравноценная замена. Прошу. Раз, два, шагом. Уж, опа. Не врет, язык, значит. Похоже, и правда немцы нас в гости приглашают. Даже на переднем крае противотанковой батареи не выставили. Мол, заходите, милости просим. Вон та высота. 89. Ее отсюда хорошо видать. Высота как высота. Ничего особенного. Разрешите, товарищ полковник. Я тоже считаю, что немцы строят ловушку с учетом именно этой высоты. Раньше ты так не считал. Сведения, полученные от языка, подтверждают версию ловушки. Иноземцы. Я, товарищ полковник. Ловушка? Вероятно, товарищ полковник. Что, опять сомневаешься? Да слишком все гладко получается. Передний край открыт. На фланге высотка, с которой все простреливается, как в тире. Что ты за человек, майор? А что я, товарищ полковник? Ничем тебе не угодишь. Разрешите разведку боем, товарищ полковник. Ты что, не доверяешь языку? Доверяй, но проверяй. Да что ты за человек, иноземцев? Нет немцев, ему плохо. Есть немцы, опять плохо. Мне плохо, когда я чего-то не понимаю.
А ты хочешь все по полочкам разложить? Одно слово. Бухгалтер. Разведку боем? Не разрешаю. И так все ясно. Стражи лай, товарищи бойцы! Смирно! Че ты ржешь, солдат? Че ты ржешь? Так! Построилась рота! Смирно! Равняйся! Что за внешний вид? Куда ты лопату тащишь? Стражи лай, товарищ генерал! Орел! Молодец! Лопату поправь! Поправить внешний вид! Автоматик не мешает? Мешает! Ну так сними его! Че ты встал? Не дал цирк? Почему ремена в креслах? Виноват! Кандыхоха Фюрзе! Гитлер капут! 3-4! Гитлер капут! Молодцы! Больно! Ты че, совсем чокнулся, а? Сейчас тебе будет здрасте, до свидания. Пули пол башки снесут. Кто снесет, снайпер? Нет там снайпера! Оля вчера ухлопала, правильно, Миш? Береженого Бог бережет. Что, Ольга промахнулась? Да я сам видел. Молодец, Колян, давай покажи себя, а? Давай покажи себя, а? Да, ну, она чемпионка СССР! Башку-то побереги, а? Давай, яблочко! Эх, ты яблочко! Куда ты гонишься? Принцу в рот! Давай, 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 Колян! Не поройтесь! Говорил. Еще бы чуток. Мишаня, еще бы чуток. Попало. Ну что я говорил? Я заговоренный. Ты другое говорил. Что? Что-что? Про снайпера, да, которого нет. Надо закурить. Надо. Ну надо же, а. Еще бы чуток. Чуть-чуть, а. Держи, держи, держи бумажку. Насыпать буду. Еще бы чуток. Ну надо же, а. Крути. Полковник. Ну что, рядовой, давай обратно меняться. Что ж ты мне плел, что его давно уже черви грызут, этого аса с дубовыми листьями? Разрешите, товарищ. Товарищ полковник, извините. Оля, это я, дурак. Наспор с ребятами. Дай ему вот здесь, на бруствере. Зачем? Товарищ полковник, извините, я покажу, а. Ну, вы разыгрались. Я же не знал, что он там есть. Ну, куца! Снайпер этот, а. А может, это другой, Оль? Тот бы не промахнулся. Извините, товарищ полковник. Это не промах. Как это так? Сержант Позднеева, объясните. Он не промахивается. Играет, как кошка с мышкой. Это не промах. Странно. Язык ведь остался жив, значит, промахнулся. Нет. Не промахнулся. Он не промахивается, если сам того не хочет. Специально. Понимаете? Товарищ полковник. Вот так-так. Ладно. Разведку боем этой высоты разрешаю. Раздолбай. Что?